Всем привет, меня зовут Марьям, и сейчас я еду на съемки программы «Школа научных чудес». Был кастинг, который я прошла, и меня позвали на съемки этой программы 6 июля 2015. Так как это программа телевизионная, мне будут показывать телевизор на канале СС Астрахань. Just a young girl with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things. Wanna leave my own. А сейчас мы уже идем в торговый центр на эти съемки. Мы уже идем. А сейчас меня красит, чтобы мое лицо не было бледным на камере. Сейчас меня уже накрасили, расчесали, и сейчас уже начнутся съемки. А тем временем Марьям готовится к съемкам. А сейчас я рассказываю, что там было и какой момент мне больше понравился. Вот и закончилась съемка этой передачи. Нам дали белые футболки, здесь написано «Школа научных чудес», и также там написано сзади. Мне понравилось участвовать в съемках этой программы. Там было 4 участника программы, и эти 4 человека делились на 2 группы. Первая группа – это была я с другой девочкой Лилей, и мы назывались «Чистый кислород». В другой группе была девочка и мальчик, и у них называлась «Формула смеха». Сейчас мы уже едем домой. А если понравилось это видео, то ставь лайк и подписывайся на мой канал. Всем пока!